Украинские гимнастки вошли в топ-5 сильнейших в Европе. Женская сборная Украины по спортивной гимнастике достойно выступила на чемпионате Европы в Шотландии. Женская сборная Украины по спортивной гимнастике заняла высокое 5-е место в командном многоборье на чемпионате Европы в Глазго. Дарья Варинская, Валерия Осипова, Ангелина Радивилова и Яна Федорова лишь с 8-м результатом вышли в финал, но и это было достижением, ведь в последний раз в финале в Минском многоборье Украины была в 2010 году. В финале наши девушки показали свой максимум и заняли 5-е место, пропустив вперед себя только Россию, Францию, Нидерланды и Великобританию. Отметим, что сегодня в копилке сборной Украины уже есть 2 медали в синхронном плавании и академической гребле. Смотрите медальный зачет объединенного чемпионата Европы. Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на eSport.ua. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgro.com.